Центр Краснодара погрузился во тьму. Кубанская столица вместе с другими городами мира присоединилась к акции «Часть земли». В минувшую субботу ровно в 8:30 вечера на 60 минут погасла архитектурная подсветка театра драмы, рождественского храма, моста поцелуев и Тургеневского. На улице Красной отключили иллюминацию, все ландшафтные светильники и лампочки на деревьях. Эта акция проходит ежегодно по инициативе Всемирного фонда дикой природы. Привлечь внимание к проблемам экологии и глобального потепления в этом году решили студенты биологического факультета Кубанского госуниверситета. Город Краснодар уже на протяжении 4 лет участвует в этой международной акции. Собирать детей не пришлось. Почему? Потому что, опять же говорю, дети у нас все с активной жизненной позицией, поэтому все собрались и внесли свой посильный вклад в решение каких-то экологических проблем. На футбольном поле университетского стадиона учащиеся зажгли свечи и отключили внешнее освещение. Раз, два, три! Мы хотим, чтобы люди поняли, что ресурсы планеты ограничены и разумнее пользовались ими. Я думаю, что День Земли, он очень важен для каждого из нас, потому что я как биолог и другие мои однокурсники, мы понимаем, что Земля для нас – это планета, во-первых, на которой мы живем. В прошлом году за часть Земли Краснодар сэкономил всего 200 киловатт электроэнергии. Столько потребляют в среднем в месяц жильцы однокомнатной квартиры. В этом году цифру энергетики пока не подсчитали. Возможно, она будет больше, поскольку к акции присоединились и некоторые краснодарцы, отключив на 60 минут свет в своих квартирах.